Добрый вечер. Не откладывая в долгий ящик, сразу же как бы нашел одну из областей применения данного маленького смартфона, недорогого, подчеркну, для GSM сигнализации. Ну, не секрет, что, вернее, их очень много на рынке. Но я посмотрел, там от 3,5 там, до 10 тысяч в основном они ставят, которые более-менее эти охранные системы. Но и здесь же можно еще, если делать ее на таком вот смартфоне с установленной каскадой, то можно еще также и считывать и показания температуры или отправлять регулярно в виде смс-ок. То есть сейчас здесь не стоит сим-карточка, поэтому просто я как бы демонстрационно сделал, можно сказать, концепцию показать хотел вам, как сделать GSM-сигнализацию. Но в данном случае, если это для дачи, в основном, ну, если, как у многих нету там интернета или даже, может быть, роутера, поэтому желательно даже можно сразу вот этот телефон переводить в режим точки доступа, естественно, с сим-карточкой, и чтобы у него был 3G, выход в режим, ну, в интернет и возможность работать с 3-4G сетями. То есть получается так. Значит, на двери закрепляется датчик магнитный, который там с герконом запитывает. Вот в данном случае, вот это я взял как пример, вот такой модуль ESP. Любой маленький модуль ESP. Причем так, когда дверь закрыта, естественно, геркон разомкнут и просто-напросто не подается питание, там 3 вольта, нужно сделать аккумуляторы 3-вольтовые. То есть закрыли дверь, геркон разомкнут, питание не подается. Как только дверь открывается, питание на геркон автономное, питание геркон подает на модуль, и он начинает подключаться к точке доступа к этому телефону. То есть в данном случае, сейчас я вам покажу, что там за проект зашит на... Вот такой проект зашит в ESP-шке в этой. Это просто контролируется статус Wi-Fi. Сейчас видно, он горит. И пишется постоянно... Переменная Mandbus пишется в какую-то там переменную A. Можно вообще это не делать. То есть здесь вот такой проект... Выключатель это типа, как, ну, в перспективе это как поставить на охрану. То есть, потому что у вас дверь постоянно открывается, закрывается, если вы не ставите на охрану, чтобы не было никакой сигнализации. А так, получается, следующим режимом работает. Вы, когда отъезжаете, включили кнопочку, поставили на охрану, может, этим самым. И теперь, если закрыли дверь, у вас, естественно... Сейчас мы это промоделируем. Вот мы берем и размыкаем связь, убираем этот модуль. И мы сейчас мы увидим. Мы сейчас попытаемся с помощью вот этого телефона, точки доступа, выловить момент. Вот, пожалуйста. То есть, когда размыкается связь или замыкается она, то есть, это как логику сделать, так она и будет работать. Главное, что мы ее можем вылавливать. Сейчас я отключу, чтобы не мешала сигнализация. Вот. То есть, значит, что получается? Когда мы обнаружили, что отключился модуль Wi-Fi, но в данном случае, ну, у нас, конечно, здесь он наоборот работает, просто я логику не сделал. Но получается так, что здесь надо просто поставить инверсию в проекте, я потом сделаю. А получается так, что мы вылавливаем ситуацию, когда модуль включен или выключен. И так, когда он выключается, модуль, при включенной постановке на охрану, то у вас возникает событие, по которому этот данный телефон отправляет смс-ку на заданный номер, там, проникновение, или любой текст можно задать. Вот. И дальше, когда, если связь останавливается, вот, допустим, давайте сейчас еще раз, вот есть, и теперь я беру ее автоматически. Сейчас я вот воткнул питание. Где он тут? Чтобы вам показать. Вот я его включаю. Вот. И сейчас, через некоторое время, то есть смартфон вылавливает ситуацию, включен,
модуль Wi-Fi или нет. То есть есть подключение к точке доступа или нет. Ему здесь, собственно говоря, ничего больше и не нужно. Только поймать сигнал Wi-Fi, если он есть, то включить или выключить там сигнализацию, отправить или наоборот, как сказать, не отправлять СМС. То есть вот такая вот концепция, которая позволяет сделать компактные. То есть на двери стоит магнит, который замыкает геркон, который в свою очередь при замыкании, то есть если герконы нормально, допустим, они замкнутые, то при, когда есть магнит, он размыкается, питания нету, чтобы не потреблял, в принципе, модуль Wi-Fi. Как только геркон сработал, дверь открылась, если при условии, что она поставлена на учет, как сказать, не на учет, а на охрану поставлена, то тогда при... вот она перестала пищать, потому что она вот передала, то есть соединилась. То есть вот как бы так получается. Такая концепция. То есть вот здесь в данном случае получается, мы сделали GSM-сигнализацию с помощью вот такого маленького телефона, где, собственно говоря, ничего не нужно. Нужна, грубо говоря, только одна кнопка. Поставить сигнализацию или убрать сигнализацию. Все. Но фактически, так сказать, это же здесь же в любом телефоне есть, как сказать, модем есть, то есть связь там модемная или телефонная. Поэтому просто-напросто задача герконом включить или отключить питание любой ESP-шки, самой дешевой. И можно уже с помощью логики, сейчас я даже могу остановить, показать, какая там была проект зашит. Просто здесь я немножечко взял, сейчас я не той рукой, неудобно. Я просто взял секундочку, вот она, проектик только несложный, сейчас вот резкость наведу, вот. То есть кнопочка, элемент И, то есть если включена охрана и есть статус и Wi-Fi, соединение нарушено, тогда вырабатывается сигнал, по которому сейчас пищит, а можно отправлять смс-ку. Ну, то есть здесь можно логику любую сделать. В таких вот небольших задачах есть какая-то простейшая логика, которую можно организовать и по нему отправлять смс. Ну, сейчас я сделал, просто раздается сигнал, но надо было здесь сделать с инверсией, что наоборот, когда модуль, сейчас сделан как, что модуль включен, он не пищит, как модуль вытаскиваешь, он начинает пищать. Просто инверсию поставить вот здесь на выходе блока и сделать обратную логику. Но дело не в этом, а смысл в том, что мы заменили какой-то там покупной GSM сигнализатор, у которого там может быть, не знаю, там мало входов. Здесь можно таких вот датчиков поставить там хоть десяток этих датчиков Wi-Fi на базе вот ESP. Там или ESP-1, или ESP-12, неважно. Можно их поставить и через электромагнит подавать питание на них или обесточивать. То есть десятки датчиков. И если раз есть телефон, то к нему опять же есть вот эти датчики хорошие, беспроводные датчики температуры. И вы всегда можете контролировать погоду на улице, в доме. То есть не делать еще, не покупать никакие еще дополнительные там системы. А все это, как говорится, вот есть в этом, можно установить и наращивать в одном телефончике. Вот именно на такие вот задачи и я искал недорогие и маленькие телефончики. Ну, просто, как бы, цена, ясно, что она пропорциональна размеру телефона. Если бы были 5-дюймовые, недорогие, там, в пределах 3000 новые смартфоны, то можно их использовать. Ну, просто вот я нашел маленький телефон, ну, как мне показалось, вот цена более-менее приемлемая, и она уже сравнима и даже дешевле тех многочисленных GSM-сигнализаторов, охранных всевозможных извещателей. Здесь можно, говорю еще раз, поставить не только там, защиту от проникновения. Вы можете поставить, есть же куча датчиков, там пожарная сигнализация, которые тоже так же вот, прицепили ESP-шку, сработала сигнализация, питание подалось на ESP-шку. И в зависимости от того, какая ESP-шка подсоединилась, можно всегда анализировать и выдавать сообщения нужные, что это за событие произошло.
Ну вот на этом, пожалуй, все. Вот такая вот концепция. И нашел применение такому небольшому телефончику. Задача несложная. Большой экран не нужен, но в то же время нужен возможность отправлять СМС. И все это позволяет делать каскады, установленные на телефоне. Спасибо за внимание.